Нет. Если бы, а не мой продюсер. У нас нет продюсера. Ну тогда, ребят, покиньте помещение. Это не помещение. Это деревня Кинерма. Вот это. Идите завтра и снимайте. Вот это ваш человек. Приезжайте завтра. Мне, во-первых, не нравится ваш снобизм, простите за откровенность. Нет, это не снобизм. Это снобизм. Это общие правила. Фотограф. Нет, обращаться к оператору. Фотограф. Оператор – это снобизм, простите. Да, на момент вас. Но мы же работаем с операторами. Зачем фотографировать? Интересно. У вас киношные. Вы симпатичная женщина. Вы тоже из этой группы? Да. А почему вы снимаете? Мне интересно. Александр, по закону о СМИ, любое событие, представляющее общественное значение, значимую важность, кое-ее имеет вы на ситуация. Простите, были тогда? На съемочных площадках был местного кино. Местного, да. Не такого. Не снимайте, пожалуйста. Почему снимаете? Я был на хочу. Я сейчас вам испорчу объектив. А я на вас суд подам, оно стоит 150 тысяч. Да? А я на вас суд подам, что вы здесь делаете это незаконно. Да, это ваше право. А если вы испортите объектив, то вы попадете на деньги. Да? Согласны? Да вы не снимайте, пожалуйста. Я смотрю, не понимаете. Я снимаю не ваш, а вот людей. Не снимайте никого. Почему? Ну хватит, во-первых, с девушкой так разговаривать, хватит. Как я разговариваю? Вы же не слышите. Вы ночью выключаете и работаете, но... Потому что интересно, а вдруг вы сейчас оскорблять начнете всех? Нет. Кого всех? Ну, я просто допустим, сделал замечание. Допустим. Что-то я не понял. Ну, сейчас о чем? Почему я должен ну, оскорблять? Ну, вот видеорегистраторы для чего в машинах придуманы? Вдруг что случится? Не, вы пришли с просьбой. Ну, давайте тогда эту просьбу озвучивать нормально, да? Ну, я не просто снимаю. Не фотографирую. Ничего озвучить, нам уже сразу наговорили. Потому что нет. Много неприятных вещей. Каких неприятных вещей про желтую говорить? Прессу и всего лишь оператор. Ну, а как вы ведете себя именно так? Есть общие правила организации киносъемок. Вернее, освещение киносъемок. Пишут они письмо. Прописаны нет, в качестве никаких общих правил освещения. Законодательного нормативно-правового акта. Вы просто вы же снимали местное кино, а мы снимаем я понимаю. По заказу я России. Я понимаю. Я руководствую. Вы какой-то непонятливый, по-моему, да? Вы непонятливый? Я вам сказал, хватит все это снимать. Ну, можно я поснимаю? Нет, нельзя. Для себя лично. Нет, нельзя. Я вот потом выложу ВКонтакт. Мне да, интересно. ВКонтакт. Ну хорошо, потом покажу детям. Продавать куда-нибудь. Не, да? Никуда не продам, никто не купит это. Не надо. Но если вы начнете, допустим, ломать мне объектив, тогда точно купят. Не надо. Хорошо, можно вот это поснимать? Вертолетчик. Нет, нельзя снимать вертолет. Вертолет почему? Я уже снял. Ну плохо, значит, сейчас возьмем ваши. Что вы возьмете? Ваши. Что наши? Снимки. Как? Так вот. Как вы возьмете? Расскажите мне, как вы их возьмете? У нас запрещено фото и видеосъемка. Кем? Кем? Нашим продюсерским коллективом. Ну я же к вам не только отношусь. Ну вы к нам не относитесь, поэтому я никто же, со стороны, но же, посторонний. Нет, если я к вам домой приду, тогда да. Вы посторонний, вы не член нашей группы. Не, я вот, может, я хожу тут гуляю, местный житель. Как вы можете? Но вы же не местный житель. Откуда вы знаете, может, я тут родился? Ну вот опять начинается. Ну вот так вот вы строите на предположениях. Я, может, у меня тут бабушка в этом доме, откуда вы знаете? Я, может, к ней приехал. Я могу около дома погулять, поснимать? Какие-то люди ходят, что-то ругаются. Я что снять? Зачем? Ну, просто пусть будет. А там разберемся, зачем. Ну что значит, потом разберемся. Ну если вдруг будет какой-то скандал, а потом мы подадим, у меня на вас будет. Суд. Да ради бога, да? Это ваше право. Я могу подать в суд на плохую погоду. Угу. Только я в ней выиграю. Точно так же и вы. Нет, нет. У нас запрещено фото и видеосъемка. Вы не понимаете меня? Или мне вызвать милицию? Давайте, полицию? Давайте. Сейчас вызову. Кстати, давайте. Да? Это будет очень интересно развитие сюжета. Мы ж не против. Мы ж ничего не ломаем, ничего не жгем. Мы хотим снять, как пройдет пожар. Вызывайте, интересно будет. Дальше.